Всем добрый день! Сегодня мы хотим представить палатку МИР-2022. Это самая последняя модель зимней палаток МИР Кемпинг. Она достаточно большая, 4 на 4 метра, имеет четырехслойный тент. Плюс у нее есть отверстие для дымохода. Ее в современных там условиях кто-то использует для рыбалки, кто-то использует просто для спанья, кто-то использует для походной бани. То есть палатка универсальная, подходит под любой вид использования. Единственное, то учтите, что палатка достаточно большая, ее вес 23 килограмма, и она достаточно габаритная, то есть у вас должен быть большой автомобиль. Ну или вы должны понимать, что палатка займет очень много места в данном автомобиле. Сейчас я покажу, что находится внутри и как она собирается. Внутри у нас находится тент. И, соответственно, сам каркас. А также каркас фиброгласный для сборки палатки и комплект строительства. Ну вот мы собрали палатку МИР-2022, зимний вариант. Она двухслойная, у нас есть первый внешний слой. В принципе, его достаточно для того, чтобы просто укрыться от ветра, там можно пересидеть и еще что-то, да. То есть, если хотите более комфортного времяпрепровождения в палатке, тогда монтируете внутренний слой. Он идет утепленный, четырехслойный. Соответственно, он крепится по всему периметру. У вас в этой палатке есть достаточно много интересных моментов. В первую очередь она без пола. Пол продается отдельно, его можно монтировать, можно не монтировать. То есть можно без пола спокойно там ловить рыбу или делать какие-то любые дела. Здесь получается два входа. Здесь москитная сетка. Соответственно, у нас у данной палатки есть несколько вариаций. Она подходит как походную баню. У нее есть отверстие под дымоход. У нее есть специальные круги и вставки под дымоход для того, чтобы можно было горячую трубу ставить и греться печкой зимой в данной палатке. Также у этой палатки есть снизу поддувало для того, чтобы не было душно и угарный газ куда-то уходил. Также у палатки со всех сторон есть окошки. Их можно открыть полностью для того, чтобы был сквозной проход. Можно оставить только окна стеклянные, чтобы у вас проходил туда свет. То есть палатка достаточно вместительная, поэтому, пожалуйста, приобретайте.